счастье это удовлетворение жизни. Расписал судьбу создателю пистью. Когда ты понял, что добился чего хотел, что же дальше, каков и где найти удел? Смысл счастья не в деньгах, любовь к ним душевный крах. Деньги счастья не приносят, они лишь крови и пота бросят. Мысли и мечты реализовались, повезло, так боги постарались. Но не бывает постоянного несчастья, но не бывает постоянного счастья. Их то в одну сторону, то в другую бросает.